Намедни Господь шепнул: «Помолись за страну». Я опешил: «За какую?» «Ну как за какую? За ту, в которой живешь». «А, за Россию, значит». «Понял. Сейчас». Начал готовиться. Умылся, побрился, расчесал волосы, встал на колени. Возникла Россия. Слово такое. А потом территория. Моря, горы, реки, озера. Даже океаны кое-где. Супер. Дороги, болота, свалки, кладбища, тюрьмы, больницы, школы, полиция, армия, ракеты, бомбы, новичок, депутаты, суды, матери, плач детей, разрушенные церкви, слепые, глухие, парализованные, бездомные, нищие, старики брошенные, дети умирающие, губернаторы с миллиардами, дворец Путина, кортеж из 100 машин, банкиры, трубы с нефтью, трубы с газом, трубы с деньгами, эшелоны военные, крадущиеся в Украину, депутаты, рабы системы, прокуроры, защитники воров, мундиры, 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 табуны мундиров, волокущие в тюрьмы верующих в Иегову, стада мундиров, разрушающие дома молитвы, колонны танков, эшелоны военных, разрывы бомб, миллионы людей, бегущих от ракетных обстрелов, трупы убиенных вдоль дорог, руины городов, молящиеся старушки, мужики в бородах с крестами, их опекающие, торговые ряды с алкоголем и несколько бродячих проповедников Евангелия. Сердце мое перестало стучать. Глаза утонули в слезах. Дух колыхался пред Богом воздыханиями неизреченными, исповедуя веру и спрашивая благодать: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе».